Всем привет, друзья! Сегодня приготовим с вами салат «Ежик». Салат очень вкусный, нежный и на вид очень интересный. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше вкусных, простых, интересных рецептов. Первым делом нарезаю мелкими кусочками куриную грудку. Куриную грудку я варила 20 минут в подсоленной воде. Вареные куриные яйца разделяю на белок и желток. Желтки добавляю к мясу. Теперь хорошо перемешиваю, чтобы желток разошелся. Затем добавляю чеснок, натираю его на терке. Можно продавить через пресс. Хорошенько перемешиваю, добавляю зеленый консервированный горошек. И снова перемешиваю. Заправляю салат майонезом. И снова хорошенько все перемешиваю. Попробовала на вкус, соли не хватает, добавляю. Основная часть салата готова. В другую миску натираю оставшиеся белки и сыр и заправляю майонезом. Основную часть салата выкладываю на тарелку, формирую туловище ежика. Вот такое туловище ежика у меня получилось. Теперь покрываю вторым слоем белком с сыром. Придаю образ ежику из кусочков маслин. Вот такой интересный и вкусный салатик в виде ежика у меня получился. Если рецепт вам понравился, тогда ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь видео с друзьями. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита и хорошего настроения. До новых встреч!